Меня зовут Софья Малиновская, мне 28 лет, я мама троих детей. Пришла 2 года назад в Орифлейм. Да, я могу, я тараторка, я могу очень быстро. Вот, тут на слайде видно на первоначальной фотографии мои трое деток. Вот, в общем, работаю я уже с 2011 года, то есть 2 года в апреле будет. И моя тема – уход за телом. Значит, что оно из себя включает? Очищение, отшелушивание и массаж, увлажнение и питание, свежесть и профилактика и уход за телом. Значит, первый этап – это очищение. Очищение – это, как бы, это естественная гигиеническая процедура. Ее должны люди, как бы, пользоваться этой процедурой. Каждодневно принимать душ. Естественно, с использованием моющих средств. Гелей для душа у нас масса. Различные ценовые категории. Мои любимые – это вот идет отшелушивающий гель для душа «Малина и мята». И все гели из серии Discovery, то есть там различные ароматы, то есть на любой вкус и цвет можно подобрать. Следующий этап – это отшелушивание и массаж. То есть отшелушивание мы производим с помощью скрабов для тела. Рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю для того, чтобы убрать все роговевшие чешуйки кожи нашей, чтобы кожа была гладкая, шелковистая, бархатная и без тела. Чтобы она была приятная на ощупь. Значит, следующий этап – это увлажнение и питание. После того, как вы отшелушили свою кожу, да, помылись, естественно, с кожи снят защитный слой. И для того, чтобы не было неприятных ощущений и попитать нашу кожу, да, порадовать ее, то есть нанести специальный крем для тела, каковых тоже в нашей компании очень много. Вот на картинке представлен один из них. Это продукт «Легенда», продукт «Рекрутер», крем «Молоко и мед». Очень приятный, очень легко наносится, хорошо впитывается. Один из моих любимейших кремов для тела. Следующий этап – это дезодорирование. Значит, дезодорирование борется, значит, дезодорантами мы боремся от излишнего потоотделения, от запаха. То есть для этого у нас есть и как дезодоранты спреями, так и шариковые есть дезодоранты. И также присутствуют тальки для тела. Тальк, он впитывает в себя лишнюю влагу. То есть для крупулентных женщин, для тех, у кого проблемы, ну, у кого повышенное потоотделение, тальки очень хорошо будут помогать, особенно в летние периоды. Значит, есть еще специальные средства Perfect Body. Это корректирует силуэт нашего тела, то есть подтягивает кожу в области груди, допустим, декольте, да, что если как-то уже не такая упругая кожа. Борется с целлюлитом, то есть специальные там разогревающие есть крема. И также подтягивает, ну, кожу на животе. Еще хотела вернуться к дезодорантам. Просто хотела сказать и напомнить тем, кто сейчас пока еще не знает. У нас есть сейчас специальная акция в каталоге. При покупке дезодоранта можно заказать музли интимной гигиены за 19 рублей, по-моему. Так что не забывайте, девочки, их заказывать. Так, ребенок разбушевался, называется. Слайд у меня не перелистывается почему-то.
Нет, это не средненький. Средненький у бабушки. Это младшенький. Так, назад и вперед. Так, я попробую снова перезагрузить презентацию просто. Вот и все. Что-то как-то. Так. Да, вырос бы я, нет. Что-то как-то. Ага, вот пошла презентация. Ага. Так. Что-то он у меня все без меня листается вообще как-то. Не. Так. Вот. Вот. Все, слава Богу. Значит, следующее, зачем мы ухаживаем, это руки, ноги и наши ногти. То есть, есть у нас серия нежные ручки. Вот на картинке представлен тоже самый любимый крем нашей семьи. Это вообще мы без него никак не можем. То есть, для рук есть также скрабы. Тоже есть масло массажное для рук, для ножек есть скрабы и различные крема для ног, которые либо смягчают, увлажняют кожу, либо дезодорируют ее. То есть на любую проблему можно найти свой крем. И у нас очень как бы расширенная линейка средств по уходу за кожей, да. То есть есть такая серия, как шелк и кашемир, но она сейчас по-другому называется. Потом есть шведский спа-салон, в него входят морские минералы. В общем, спа-салон на дому называется. Легендарная серия «Молоко и мед». То есть там есть и скраб для тела, и крем для рук, и крем для тела, и мыло для рук жидкое, и такое есть. В общем, шампуни есть. Ну, в общем, это вообще классная, вкусно пахнущая серия. И серия Nature, которая идет с растительными экстрактами. То есть на любой вкус вы можете себе. И еще есть серия Discovery. То есть там ароматы мира, можно выбрать любой понравившийся аромат. Значит, следующее, о чем хотела рассказать. Да, Nature — это сейчас секрет природы, да. А следующее, о чем я хотела рассказать, это уход за волосами. Что он в себя включает? Шампунь, кондиционер — это обязательно, и дополнительный уход. Значит, шаг первый — шампунь. Для чего он нам нужен? Я думаю, не стоит объяснять, да, что удаляет с волос грязь, жир. И если мы пользуемся средствами для укладки волос, то смывает, и их. Значит, следующее, после того, как мы помыли волосы, мы пользуемся кондиционером. Кондиционер нам нужен для того, чтобы все, что мы взъерошили, пока мы мыли, да, чешуйки волос обратно их пригладить, чтобы они у нас не топорщились, снять статическое электричество, делает, в общем, гладкими, блестящими наши волосы. И дополнительный уход – это различные маски. Есть маски для сухих поврежденных волос, есть маски для окрашенных волос, есть, допустим, вот в шведском спа-салоне есть масло, оно вообще универсальное, то есть им можно
И можно и тело намазывать, и в ванну добавлять, и на волосы. Вот я сегодня делала маску для волос из этого масла. То есть я намазала волосы, походила часик с ней и потом смыла. То есть есть маски, которые используют после мытья волос, после того, как кондиционером попользовались, нанести масочку и там прочитать, что написано на ней, следуя инструкции, и смыть ее потом. Вот в серии «Молоко и мед» появилась новая маска, ну, новинка, маска для волос. Так что я ее попробовала, мне очень понравилась, она придает блеск волосам. Так что, девчонки, рекомендую. И вот хотела сказать, что средства по уходу за волосами есть вот как Nature's Secret, то есть там с натуральными экстрактами растений. Из этой серии мне очень нравится, мне подходит для моих волос, подходит черная смородина, розмарин и мята. Очень приятный аромат, такой ненавязчивый. И вот шампунь и бальзам-кондиционер для волос. И есть профессиональная серия Hair X, то есть тут тоже можно подобрать для себя, для своего типа волос, можно подобрать будет шампунь и кондиционер. Тут же также тут есть всякие спреи, которые снимают статическое электричество или придают блеск для волос. То есть вот такая серия замечательная. То есть там идут уже профессиональный такой состав, всякие силиконовые добавки и тому подобное.